Ну, короче, как-то так, я не знаю, я как играю в эту игру, я сначала такой расслабленный, потому что проблем реально никаких особых нет, а потом понимаю, насколько здесь все ублюдочные, это же просто кошмар. Все что-то в себе, никто друг другу не поможет, всем на всех насрать, всех интересуют только бабки, внешний вид и... Это же не люди, это какие-то зомби, я не знаю, это тела какие-то, без мозгов. Привет, дорогие подписчики и зрители канала, меня зовут Артур, и у меня выдалось немножко свободного времени, я думаю, господи, чем бы заняться? Заняться чем-нибудь общественно полезным, заняться чем-нибудь интересным? Нет, нет, конечно же нет. Раз выдалось свободное время, я поиграю в Life is Strange эпизод 2, потому что я вам обещал, что я, наверное, буду в него играть, хотя на самом деле первый эпизод мне не сильно понравился. Ну, что-то это было такое совершенно далеко от меня, то есть трудности жизни американских подростков, которые живут в богатстве, в тихом, спокойном районе и выдумывают все трудности. Не знаю, я совершенно не проникся, но при этом надо признать, что игра была интересная. Ну вот я не знаю, это просто парадокс какой-то. Игра была тупой, но интересной. И поэтому я решил вернуться, тем более толмачи уже достаточно давно прислали мне перевод на эту игру и говорят, ну блин, один человек там вообще говорит, ну дай ей шанс. Ну вот дам шанс, почему бы и нет. Поэтому, Александр, если что, знай, да, это ты меня сподвигнул. Ну и все, конечно же, те люди, которые в комментариях пишут, а как же Life is Strange эпизод 2? Ну, не знаю, на самом деле, если я сейчас буду вот это вот изливать тонны желчи на все это, то вы меня простите, наверное, потому что, ну, блин, я все-таки за это взялся. Поэтому давайте начинать. Эпизод 2 называется «В разнобой». Я совершенно не помню, как играть. Последний раз мы играли еще в конце прошлого года. В ноябре, по-моему, в конце ноября оно вышло, или в начале декабря, я не помню. Собственно, неважно. Самый главный задел на будущее, который был в первом эпизоде, это то, что надвигалась буря. Так, кстати, давайте-ка я посмотрю, у меня разрешение нормально стоит. У меня монитор нестандартный, у него разрешение 1920 на 1200, поэтому если я сейчас не поставлю нормальную... А нет, Full HD стоит. Не поставлю нормальное разрешение, потом придется стороны там разжимать, короче, ну вы поняли. Не знаю, сегодня, короче, все как-то вот так вот. Я просто совершенно не собирался записывать, и поэтому у меня какое-то совершенно не, как это сказать, нерабочее настроение, хотя какая-то работа. Ну, вы поняли. Ладно, давайте начинаем. Не помню, как игра управляется, не помню, как она работает. Поэтому поначалу, наверное, будем тупить. И, скорее всего, я это разделю на два видео, то есть на две серии. Одним лонгплеем я это сегодня не потяну. But he could be talking about photography. Or have you done something wrong? Talk to me. Hey, Victoria. What do you want, Max? I see everything here at Blackwell. Do you understand what I'm saying? No. For reals, Warren, this is between you and me. Don't insult me. Max, go on. Я еще главную половину раскритиковал, половину неправильно понял там про отца, про отчима, и тоже раскритиковал, люди меня в комментариях за это попинали. Наверное, тут будет так же, и у вас будет лишний повод меня поругать. Не знаю, я просто в предвкушении. И вы слышите, я сегодня не упоротый, я сегодня полон сил. Наверное, через полчаса это кончится. Это две лучшие подруги. Это отчим. I didn't black out. И он строгий. The town is going to get wiped out by a tornado. Да, и вот самый главный такой клиффхенгер задел на будущее. На город надвигается торнадо, и вот этот милый маленький городишко скоро снесет с лица земли. И именно это меня заинтересовало, именно поэтому я хочу продолжать. Вообще, почему-то атмосфера мне здесь, я не знаю чем, напоминает Alan Wake. Вот не знаю. Наверное, тем, что маленький городишко в лесах. Но Alan Wake — это, конечно, было заметно более мрачное действие. Кстати, видели в интернете, выкладывали... ладно. В общем, выкладывали геймплей Alan Wake 2, который мог выйти, но потом в итоге не вышел. Ладно, давайте проснемся уже. А еще игра очень крутая с визуальной точки зрения. Прям очень нравится. По сравнению с играми от Telltale, прям небо и земля. Там тоже хорошо, но здесь лучше. Don't not entertainment. Окей.
саундтрек в игре я забрал себе уже давно, прослушиваю время от времени. Эй, ну я же нажал кнопку «Проснуться». Просыпайся, ну. В квартире, как обычно... Давайте посмотрим в зеркало. Так, спокойно. Whoa. Hello, zombie face. This is what happens when you research quantum physics all night. Так, у нас там две какие-то записи. Безумный Макс, ты меня игноришь. Я ведь говорил, тебе никогда в жизни. Никаких смайлов. Увидимся в кафе через 40 минут. Я буду там. Не опаздывай. Или я буду знать, что времени на той стороне. Не разводи бардак в моей комнате. Уже в пути. Ты само зло. 40 минут, а то убью. Even with all this crazy shit going on, it is so cool having Chloe back in my life again. Mrs. Hoyta is still out sick. I heard somebody say she has severe depression. Это с английским связано? Я тоже любил учительницу по-английски. Ну, это офигенный был учитель, просто круто учил. Правда, я тогда вообще никаких знаний по английскому не получил. Все, чему я научился на фильмах, на играх. Расписание занятий. Октябрь, вторая неделя. Ух, искусство науки. Практика медиа. Культурная антропология. Ну, надо же. Так. Good morning, Close. I hope you slept well. Конечно. Now, shall I be my Gucci shirt with the Vuitton jacket? Так, что это? Okay, Max. Let's hit the showers now. Да подожди. Давайте все рассмотрим. Я скучал по этой игре, я не знаю. Would Anne Ray call them selfie portraits? Не знаю, почему я тут скучал, но я скучал. Наверное, по этой доброй атмосфере. Я не буду играть на гитаре. Не хочу. I'll miss going to the games with my dad. Go Thunderbirds. Что у тебя за DVD-шки? Now I have to wonder if any of these films are based on a true story. А, это по учебе, наверное. Так, куст надо полить, я думаю. Drink up. I can bring you back. А, минералочки. I hold the power over life itself. Это будет иметь последствия, конечно. Так, в интернет не надо, а то сядешь и залипнешь там на несколько часов подряд. I can't keep my eyes open, but I know there's a scientific answer. Bullshit, I'm drowning in time. В общем, она пытается как-то понять, что там Эйнштейн читает. Так, а это что такое? I could rewind for days and read all of these books. Will I really find any insight into my power? Ты бы лучше в какое-нибудь более полезное для общества русло использовал бы свой дар, а то все, что ты делаешь, это там помогаешь кому-нибудь отпрыгнуть от мячика. Так, хорошо, ладно, застелить постель, потому что порядок должен быть. I am so not a rebel. I always like my bed to be neat and tidy. Как там у Галустяна? Thanks, потому что тишина должна быть в библиотеке. The Max Caulfield Photo Memorial Wall. Все, короче, пойдем в душ. Хватит уже вот это вот прохлаждаться. Do not forget any of those papers before tonight. Like now. Thanks, Sherry. Yeah, of course, Victoria. I'll get the tests and papers to you this afternoon. I am so on it. Consider it done. Кортня. Так, где у нас душевая? Господи. Так, погоди. Не-не-не, подожди. Как тебя предупредить-то? Ау, подожди. Я не могу с ней поговорить. Отойди-ка в сторону. Okay, Max, if that makes you happy. Вот для чего мы используем wow, свой wow, дар. That was close. Thank you, Max. Жируха. Так, душевая, по-моему, вполне возможно здесь. Я просто помню, здесь все как-то было не очень так.
грязно там. Босиком. Ну, видимо, не так и грязно. Не работает. Hey, Max. Hey, Kate. How are you doing? I'm here. Thanks again for standing up for me yesterday. I needed that. Anytime. That guy has issues. Doesn't everybody here? By the way, Max, do you still have my copy of the October Country? Oh, yes, of course. It's great so far. I didn't realize Bradbury was such a poet. Can you please bring it back to my room this morning? I just need to take some notes for class. Absolutely. I'll bring it by later. Так, вернуть книгу, запомним. То есть, если кто пропустил первый эпизод у меня на канале или сам не поиграл, то вот, вот примерно вот этим мы будем заниматься всю игру. Ну, пока, пока по ощущениям. Так, все, эротические сцены. Хотя нет, она несовершеннолетняя, нельзя. Надо как в Heavy Rain кнопки нажимать, чтобы мыться тщательнее. Я не знаю, сегодня несу какую-то околесицу вообще. What's up, Kate? Ой, опять эти. School. That's it. That video of you clubbing didn't look like homework. Victoria, that wasn't me. Oh my god, right. Don't be shy. I think it's awesome you set a tongue record on video. You're going to be sorry someday. Oh, boo-hoo. I'm sorry you're a viral slut. I'm sure she had fun. Looks like it. I know Nathan hooked her up. And you know he has the good shit. Preach it, sister. Yup, I still have goddamn paint all over my face. Good thing my faithful minions took Судя their по всему, sweet она time ничего bringing не поняла. Me a towel. Она будет мне еще что-нибудь вылить. Вот стерва. We ran all the way... Give it a rest, Taylor. Now I know if I'm in an accident, I won't rely on you or Courtney for help. You can hang out with Kate. Or Max. Не, ну та тоже, чем думала, да? She's a weirdo. Занимается там эротикой, и она дает себя снимать. Хотя, говорит, накачанная была. I'm so quirky, crap. Тогда парень просто козлина. Let's leave the link to Kate's video, so everybody gets a chance to see her in action. You are such an evil biatch. I love it. Так, можно посмотреть? Нет, надо стереть. Мы же сегодня играем за добрую девочку. Просто все эти игры, в которых надо быть ублюдком, они портят меня. Поэтому я посмотрел. Нет, надо удалить. Хорошо, помылись, давайте все стирать. Ибо нефиг, потому что все увидят. В интернете что, мало помылки, I better get dressed and go give back Kate's book. Even if I can stop one person from watching it, it's worth it. Так, что она сказала, что она хочет? Это что такое, кстати говоря? The last time I got a flu shot, I got the flu. Fuck you. Хорошо. Так, не подсмотреть никак? Ну ладно, пойдем отсюда. Здесь же нам больше ничего не нужно. Нам нужно вообще как бы... Рэйчел шлюха написано. А вы говорите, культура, облика, морали. Так, что на доске там? Что-то про гиков. Ну, это задроты. Во дворе будьте начеку, придерживайтесь следующих правил. Всегда следите за тем, где вы находитесь. Всегда рассказывайте друзьям, где вы, куда идете. Немедленно сообщайте руководству о происшествиях на территории кампуса, чтобы скачать. О, прикольно. Так. Пропала девушка. Chloe is so determined to find you, Rachel. Понятно. Ну, не просто пропала, она вроде как, я так помню, убежала куда-то. Ну что, одеваемся и побежали? Или сейчас еще пострадаем немножко? Никто не связывается со мной, стерва, написано. This is not why I came to Blackwell.
And I still have to clean all this crap up after I find Kate's book. Так, ну книга, наверное, здесь. Это что же это за гнида это сделала? Ну, я примерно понимаю. Oh, shit. Nathan's revenge. Even Chloe told me not to go to the principal. А, тоже нельзя быть стукачом, точно, все не взлюбят. Ну мы когда в последний раз были стукачом, когда мы сказали, ну, про серьезное реальное нарушение, чувак ходил с пистолетом и чуть не пристрелил девчонку. Ну, в итоге пристрелил ее, но мы сделали так, что не пристрелил. В итоге у нас было всеобщее порицание. И если я сейчас доложу о том, что у меня в комнате какой-то конченый мудак испортил стенку краской, спреем-баллончиком, то опять будет порицание мне, да? Ладно, хорошо. Справимся. My desk is a pigsty, but I know it ain't there. Подожди, вон же книга. Нет, не та. Хорошо, может, здесь. Так, но она читала всю ночь, поэтому вполне возможно. Вполне возможно, что она где-то под кроватью. Под кроватью вроде как нет. Окей, хорошо, в одежде явно нет тоже. Давайте посмотрим здесь, среди этого свинарника. Хорошо, будем тогда как милиция работать. То есть по часовой стрелке. И пошел против часовой. Так, бумаги. Of course she just spilled soda on Kate's book. Better fix this fast. Kate needs the book, and I don't want to add to our list of problems. Все, теперь сделай все по-человечески, пожалуйста, я тебя прошу. Так, что? Ну ладно, давай. Be gone, foul soft drink. Что-то на середине просто завис. Не надо так делать. You sneaky book. You're mine. Эх, Макс. Хорошо. Камеру взять. А, сделать селфи? О, нет, я не из этих. Я не из этих. Я культурная девушка. Maybe I'll just put on a shirt and jeans. Hey, Einstein had the same exact suit for every day of the week. And he couldn't even rewind time. Окей, так, ладно, пойдем отсюда. Пойдем. Хорошо, возможно, мне что-нибудь now тут еще можно сделать. Take this back to Kate before I'm late. As Kate. If I have to worry about being late anymore. Так, держи свой рот на замке, иначе тебе не поздоровится, я знаю, где ты живешь. Мне пофигу, у меня есть перемотка времени, только попробуй, приди ко мне, я спущусь тебе кожу. Oh, shit. Now I'm getting anonymous threats? It never ends. This has to be from Nathan. But it Хорошо. Could be anybody. I better be doubly careful around here, or I could be in serious danger. If I'm not already. Где живет Кейт? Тут, по-моему, да? Kate? You in there? Yes, I'm here. Come in, Max. Понятно. Молодые, доверчивые. Вот к чему это приводит. Hey, Kate, I brought your book. Max, why did you step in between David and me yesterday? У меня выбора не было, потому что какого хрена? I had no choice. David Madsen is an asshole. You had the choice to not get involved. Nobody here seems to care about anybody. Kate, заплаканная, зареванная, смотри. So... What's the story with you and David? Well, he's a total paranoid ass. He thinks I'm part of the Vortex Club. Yeah, right. Так что за видео? Ну, я понимаю, но... What about this video? And I swear I haven't watched it. I can't even watch it, Max. Я не буду. I won't either. Thank you, Max. You know how humiliating this is for me? I know this sucks, Kate, but tell me about the video and maybe I can help. Basically, I went to one Vortex Club party and ended up making out with a bunch of people. And I have no memory of it. Зачем ты вообще пошла туда? So, why would you go? Lapse of sanity? I just thought I could meet some new people. You have to tell me more than that. What happened at the party? Did you drink? I swear to God, I had one sip of red wine, and then I drank water. А, вон даже как.
От такого не пьянеет. Not enough to get wasted, is it? I don't get wasted. Ever. I take a sip at church, and I don't end up on a viral video, okay? Did somebody drug you? I remember getting sick and dizzy. Go on. Then Nathan Prescott said he would take me to the hospital. Но это как бы, опять же, подсудное дело, и кто-то там поедет на зону петушиться после такого, нет? Или здесь вообще все плохо, и коррупция там, и все дела, может быть. Ну его нахрен, пусть этот торнадо снесет этот город, если тут такие законы. Nathan Prescott? Oh, shit. He was being nice for a change when he offered to help me. He's the opposite of nice. What next? All I recall is driving for a long time. And I woke up in a room. I thought it was a hospital because it was so white and bright. Go on. I'm listening. Somebody was talking to me in a soft voice. I thought it was a doctor until I heard Nathan and felt a sharp sting in my neck. And... Ты уверена про лезвие? Are you sure? Of course. You think I'm making this crap up. Why? No, I'm just being deductive, as usual. Then what happened? That's all I remember. I don't know what happened. I woke up outside my dorm room the next day. I didn't have any marks or bruises, but I felt gross. So, who took the video of you at the party? I have no idea. Probably Victoria. She was there being her mean self. Jesus, Kate. I'm sorry. This is serious shit. How do I get a viral video taken down? I know it's already spreading. What if my church sees that? I need to know what to do. Kate, we'll figure it out. I'll check back later, okay? Thanks, Max. You can put my book here near my bag. Да это пипец. Я на самом деле думаю, что кого-то следует убить. So, Max, can I ask you a question? And please be honest. Absolutely, Kate. Anything. I need to find out if Nathan Prescott helped me or hurt me after that party. Should I go to the police? Нельзя быть на 100% уверенной, поэтому надо искать доказательства какие-то. Я расспрошу, не волнуйся. Я узнаю. If you do that, they won't believe you. You're on video grabbing at all those guys, and they'll use that against you. Bad. But I know I was drugged. That's what you have to prove, not them. I'm just telling you how the cops in school will look at this. The video doesn't exactly back you up. You make me feel so hopeless. No, Kate. I just don't want you to get hurt anymore. That seems impossible at this point. So that's your answer? I think we should wait. There are other things going on that might help you. But not right now. So I can walk down the halls with people calling me a viral slut. Thanks, Max. Ну, здрасте, ты еще на меня обидишь. Я единственный человек, который тебе пытается как-то помочь. Не, ну я тоже можно понять. Это такой залет. Good job, Dr. Max. She didn't like what I had to say, but we need more proof of what happened. Не, ну а что? А что тут сделаешь еще? Пойдешь в полицию, тебя только и саму еще потом в итоге... Ну, мы поняли. Ouch. She left out damnation. Милая Кэти, ни Дух Святой, ни Дьявол не смогли бы подготовить меня к тому, что ты сделала на этом видео. Подобная Иезавель, ты предстала пред лицом Господа в своем блуде. Со всей моей церковью я буду молиться за то, чтобы спасти твою душу от вечного огня преисподней. Шибанутая тетя Марш. Поддержка просто божественная. Зачем нам фотографировать кролик? Атмосфера как раз располагающая, да? Девушка тут в предостеричном состоянии. А мы фоточки делаем. Ну, мне надо. Для диплома. Так, что это за открытка? Тоже, наверное, религиозная часть. I had no idea that Kate ever hung out with Alyssa and Stella. Угу, теперь знаешь. Скрипка, планшет. Так, туда мы не полезем. Я не знаю, может быть, что-то тут мне даст какие-то зацепки, но на самом деле, наверное, нужно просто
уходить отсюда. It's way too emo in here. Kate isn't that gloomy. Almost forgot what Kate looks like when she smiles. Так, ладно. Бывая подруга. Зеркала завешены все. А что за рисунок? Kate's art is perfect for a children's book. Everything looks so fun and colorful and positive. И теперь эти времена, я думаю, пройдут. Ой, кому бы втащить? Это же какой-то кошмар. Я не знаю, что за гадюшник. Макс, еда. Два кита. Приходи. Не сломай пальцы о телефон. Ура, завтрак. Никаких смайлов. Ой, вы тоже не любите людей, которые пишут сообщения по одному слову, да? Так, хорошо. Что скажете? У вас тут свои проблемы, насколько я помню, кто-то там залетел. Hi, Dana. Дана. How are you? Much better than yesterday. I'm glad we talked. Правда? Are you? I'm not trying to get into your business. You're almost psychic. I felt like you knew everything anyway. By the way, the best and biggest news of the day is that Trevor asked me to the Halloween shindig. That's еще awesome, один кандидат. At least we're showing our faces together in public. So you absolutely should go with us. Borrow one of my outfits and come as a cute geek couple with your bitch Warren. I'm not big on cosplay. Don't let life pass you by, Max. So, are you coming to the party or not? Нет. На кой черт вообще? Знаю ваши вечеринки, но его нафиг. No, sorry. It's just not my thing. You came to Blackwell to discover yourself, not hide in your dorm. I won't discover myself avoiding projectile vomit from bro dudes. Thanks anyway. Джульетта, что ты там делаешь? Костюм через... Ой, господи, я не могу. Я просто пошла. Я пошла, все. Ты что, Брук? Hey, Brooke. Oh, hi, Max. Выглядишь растерянно. Какой снег? You look distracted. Everything cool? I was riveted by that weird snow flurry yesterday. I can't tell if you're being serious or not. Since I'm a science noob, I was wondering if you could explain it. I'm serious. Even meteorologists can't explain that snow. I bet Warren can. Did you talk to him yet? Нет. No, not at all. He's my friend, not my mother. True. And Warren really loves to talk meteorology with me, since I'm one of the few who can talk back. Talk to you later, Max. Пока. Хорошо, ладно, пойдем уже, наверное, там нас заждались. Ну, короче, как-то так, я не знаю, я как играю в эту игру, я сначала такой расслабленный, потому что проблем реально никаких особых нет, а потом понимаю, насколько здесь все ублюдочные, это же просто кошмар. Все что-то в себе, никто друг другу не поможет, всем на всех насрать, всех интересуют только бабки, внешний вид и... Это же не люди, это какие-то зомби, я не знаю, это тела какие-то, без мозгов. Это отвратительно совершенно. У нас так не было. У нас все друг за друга были горой. Может, мне повезло просто. Причем что во дворе, что в школе. Ну, в школе там нет. В школе там, конечно, пришлось подраться. Что в универе, что в технаре. Везде было круто. Везде было круто. Так, а я не помню, куда мне идти. Это отец Нейтана. Это сообщение для того, чтобы вы знали, что оговаривать и шантажировать пошел нахер. Макс, check it out. Что такое? Warren, what are you doing here? Oh, nothing. Waiting for a call? I mean, I already took the call. Anyway, I wanted to rap about that action yesterday. Спасибо. By the way, thank you for stepping in. You were pretty badass, Warren. I owe you. Oh, yes, you do. I got knocked on my ass by that dick. I'm some personal superhero. You're a real everyday hero. You stood up to a bully, and it was awesome. Even though you left me with said bully and ran off with that girl, she's pretty punk rock. How do you know her? Это Хлоя Прайс. An old friend. Chloe Price. We haven't seen each other in a while. I bet you were glad to see her blast up in that truck like a rock star.
Which begs the question, why is Nathan Prescott getting psycho on you? Тебе лучше это не знать, потому что будет безопаснее. Хотя, может, обидеться. He's dangerous. I don't want you to get involved. You got me there, but lay low. Nathan Prescott is going to get his karma soon. Weird fucking week. Like that bizarro snowfall yesterday? Speaking of dystopia, that drive-in is having a 70s Planet of the Apes marathon. Let's go ape! А что там марафон устраивает? Сколько там фильмов-то? 3 или 4? Ну, так. Давай посмотрим. Хороший yes, фильм. Yes, that's exactly what I mean. I love those old-school ape films. Well, that was easier than I thought. Cool, I'll text you the info. Ладно, я не против сходить в кино, я люблю кино. Поехали на автобусе. Кстати, с этим переездом ни Форсаж не смотрел, ни Мститель, и что там еще можно было посмотреть-то? Ой, я про полярников, про геологов хотел фильм наш посмотреть, но что-то как-то не дошло. This has something to do with Kate. Or Rachel. Модная прическа. Парни тебе надо, чтобы всю эту дурь из башки выбить. Хотя ты, в принципе, здравомыслящий, но просто слишком много витает в облаках. Ну, выбить из башки — это не значит кулаками, не подумайте. Просто нужно повзрослеть немного. Сколько ей лет? 12 Она об этом знает, она об этом не забывает. Ее интересует, как избавиться от этой возможности, как ее контролировать, но не как предупредить всех людей о том, что скоро будет торнадо. Макс, ты че вообще? Макс, ты че? Люди умрут. Макс. Я всегда думал, как они на таких вот тяжелых, здоровенных школьных автобусах разворачиваются в маленьких городках. И сейчас посмотрел и понял, никак. Реально проблема. Там двухполоски дороги, и тут такая дура едет. Сколько там? 1, 2, 3, 4, 5, 6, 7, 8, 9 10-колесная, считай. Вон маяк. Не, реально, Alan Wake. Очень похоже. Это Тихий океан, я так понимаю. Это что-то в Северных Штатах. Два кита. Закусочная. Открыто 24 часа. Жрачечная. Так-то уже как бы это самое, но посмотрите, вон там тучи, как бы они двигаются, как бы это самое, нет, Кейт, ой, Кейт, говорю, Макс, это самое, может, ты предупредишь там, попытаешься хотя бы. Вот какая тетенька, здрасте. She looks busy and stressed. Ладно, не будем отвлекать, дяденька. Это какой-то стрёмный дяденька. Ой. Это она такая высокая или я такая низкая? А нет, она просто по воздуху идет. Так, хорошо, нас уже заждались. А ты чё, рыбак, чё тут? Чё у тебя? Look at all these flyers. It's so sad that nobody will read them. Вернём жизнь, Аркадия Бэй, спасём наш город, остановим засуху. А у вас тут засуха? Еле растут. Ладно, пойдём. Hello, how do you do? I'm fine, thank you. Man, that smell of breakfast and the sound of clanging silverware makes me feel 13 again.
А мне это, знаете, что напоминает? Джос Дина. Помните, хоррор играли, где там нужно бегать, роняя калы, успевать глушить звуки, пока не проснулась древнее зло и не убило нас. Chloe and I loved the parade. Так. Хлоя, ты где? Парень. О, давайте познакомимся, может, это будет любовь. What do you want? I feel like shit. Too much beer, so spare me, please. Just let me suffer quietly. Замечательно. Так, полицейский. Нет? О, дальнобойщик. I don't feel like talking right now. I gotta deliver a load of breakfast to my stomach. Здрасте, во-первых. До свидания, во-вторых. Что за люди? Так, хорошо. Ух ты, смотри. Блин, что-то кушать захотелось. Drool. Want everything. Хотеть все. Так, ладно. Я думаю, никто не будет против, если мы поставим тут что-нибудь гитарное. Ну и где она? Она столько ждала. Не, игра хорошая, при всех своих минусах и при всей вот этой вот какой-то реально гниловатой идеологии, and она интересная. Lovely young woman. How are you doing, Max? Hi, Joyce. Простые люди интересно nice показаны. You look the same. Like I'm still a waitress at Two Whales after all these years. No, like you still look pretty. Nice save, kid. You're still smart. But not that smart. Now you get busted for smoking pot. I heard the whole sordid story from David. I'm sorry this was how you had to meet him. He's a good man. No matter what Chloe says. Yeah, I'm sure. I don't even smoke, like, ever. It was almost an accident. It was very stupid. I'm sorry. It surprised me fierce. I was hoping you could be a good influence in her life now. I will be. Promise. I know things were hard for you and Chloe. I feel bad I didn't call. Now my folks are in Seattle and I'm all alone at Blackwell. It's my karma. You did the right thing. You moved forward with your life. I did after William passed on. Chloe? Chloe chose to stay angry. Anyway. I hope we see more of you. Chloe needs an old friend again. Joyce, I am so sorry about William. I have great memories of him. I'm glad, Max. That was his gift to us. Wonderful memories. Even if Chloe doesn't understand yet. Немного изменилось. Chloe must have changed a lot during that time. Oh, she hit all the phases. Expulsion, running away, drugs, bad boys, tattoos, piercings, blue hair. Now she's got to rebel against her stepfather. I see why, I mean. Do you? He's not as much of a hard ass as you think. But you did tell him you had a joint, right? You took that responsibility? Да, ты вроде бы неплохая. And I am sorry. I don't want Chloe in any more trouble. Or me. Nobody's in trouble over a doobie, Max. And I admire that you took the heat for Chloe. Like a great friend. But Chloe does push David, and it's not fair. He paid his dues in a war. He does care about her, along with all the students at Blackwell. Yeah, Kate Marsh? He cares about Kate Marsh? David mentioned her, but I stay out of his business. I won't patrol Blackwell, and he won't cook at the diner, you know? I saw him arguing with Kate. I thought you might know why. Nice try, Nancy Drew. But next to you, there's only one student I'm worried about. And she's not even in school anymore. So, now let's get down to the nitty-gritty. What do you want to eat? А что такое бельгийская вафля? Интересно. Давайте... Блин, омлет с беконом тоже прикольно. Ой, я так кушать захотел, это пипец. Ладно, давайте бельгийскую вафлю. The last good Belgian waffle I had was я бы мясо, конечно, я же мужик. Но so, девчачья еда тоже еда. Now finish your coffee. Эм...
One Belgian waffle for the hungry girl, pronto. Pronto. The only thing that's changed on the menu are the prices. Что там, сколько стоит бекон, 3 бакса, о, тост бакс 50, дешево, слушай, чай бакс, омлет с беконом 6.50 аж, чизбургер 5.25, прикольно, панкейкс 6.25, ну, цены, кстати, нормальные вообще. I love the delicious anticipation of breakfast. Я там музыку вообще-то включила. Так, дайте мне встать. Блин, я не могу встать. Can I get some beer and bacon before I die? Что за помой кантри себе поставил? No beer? Looks like you had plenty. Stick with the bacon. This is like fourth dimensional deja vu. I keep going back in time. No beer? What kind of dive is this? Человек там что-то провоцирует, походу. Incoming. This is like fourth dimensional. Понял. I'm drooling like a baby. Still can't believe you're a woman. When I look at pictures of Chloe, ugh. Speak of the devil. А вот и она. Mom and Max, together again. And Chloe looking for a free meal. You put your whole damn college fund on your tab. I'm treating Chloe for breakfast. Are you atoning for yesterday? Oh God, Mom, please do not give Max any shit for that. She apologized. I know she did. Max is a good girl. Woman. She's 18 now. Too old to get lectures from you or Sergeant Pepper. Call him David if you don't want to be lectured. You only get one damn slice of bacon a day. You guys are still the same. Another reason to blow this town. What is this shit on the jukebox? Да, давай, что-нибудь там. Now that that's out of the way. Let's talk about your superpower. I don't have any explanation, and I can't explain why I saw that crazy fucking tornado. Come on, that's just a daydream. I want proof you can rewind time. This is all happening so fast. We'll start slow. Right here, now. I can tell you every single thing you have in your pockets. You have X-ray vision, dude? I don't even know what's in my pockets. Let me see. Ну, давай показывай. Okay, Max. Impress me. Жвачка? Some old chewing gum? Nada. Not impressed. Okay, не, psychic блядь. Girl. Let me show you what's actually in my pockets. Так, that was ключи, beyond сигареты. Epic fail. You even made me want to believe you. Не дает перемотать пока. Теперь делаем все по-правильному. Так, все? Все? Ну ладно. So, this is me telling you what's inside your pockets. Okay, я что-то забыл, как там управляется. Ключи. Your car keys. Duh, way too easy. I need details. Describe my keychain. Блин, а я не посмотрел. По-моему, брелок череп. Или... A skull keychain for a punk like you. That was so wrong, Max. Okay, psychic girl. Угадал. Let me show you what's actually in my pockets. А, нет, не угадал. Не угадала. Так, хорошо. Ну, that в форме was мишки beyond же. Epic fail. You even made me want to believe you. Я думал, в форме мишки, но там же не было мишки, да? Так, хорошо. И теперь мы делаем все по новой. So, this is me telling you what's inside your pocket. Double 3. Okay, Max. I'm hella ready.
Там лежат ключи. Your car key. Duh, way too easy. I need detail. Брелок череп. Какой? Тут нет брелка Мишки. Ну, не знаю, брелок лезвия. You definitely have a razor blade keychain. That was so wrong. Да, okay, да, psychic girl. Let me... Давай еще раз посмотрим. Я чего-то не понимаю. Okay, Max. Study every item carefully and don't forget anything. Так, в общем, это даже не мишка, это панда. Это панда, да, походу. Или корова. Нет, это панда. Ключи, брелок в форме мишки. Сигареты, монетки. И какое-то... Что это такое? Предупреждение. Место Second Franklin Street. Ваш транспорт припаркован не в той зоне, за пределами парковки. Ага, понятно. Все. Хорошо, попробуем еще раз. Okay, Max. Там лежат ключи. Your car keys. Duh, way too easy. Пикси. Вон, брелок панда. Вот теперь появилось все нормально, надо было рассмотреть. Понял. A cute robot panda keychain. Not bad, Super Max. You do have that Irish luck, Caulfield. What else? Сигареты? I'm pretty sure you have cigarettes on you. Yes, you know I'm a smoker. But how many cigarettes? Да ты гонишь. Почти полная пачка была. 13 cigarettes. I smoke too much to have 13 cigarettes. Okay, psychic girl. Let me show you what's active. Так, все, последний раз посмотрим, в общем. Хорошо. Okay, Max. Study every item carefully. Раз, два, три, четыре, пять, шесть, семь. Тут надо как-то там сколько центов. 1, 5, 25, ну, то есть 25 плюс 5 плюс 1. То есть 31 цент, хорошо, попробуем еще раз. И не то, чтобы мне... Не то, чтобы мне надо как-то это все делать, там перед ней выпендриваться, но ладно, уж надо сделать все правильно, да? So this is... Да, okay, да. Там, допустим, ключи. Your car keys. Duh, way too easy. Брелок панда. A cute robe. Not bad. You do have... Так, что еще? Сигареты. I'm pretty sure you have... Yes, you know... Семь сигарет. Seven cigarettes. A superpower that allows you to count cigarettes. Cool. Amazing. Something Слушай, else in тебе my не достаточно, что ли? Ну, там еще и штраф за парковку. A parking ticket. You know me well. But what is the exact time I was busted? Господи, да ты что, издеваешься? Ох, так, ладно. Ням-ням-ням-ням-ням-ням. Ладно, 10:34 a.m. Booyah! Max can tell time! Even a broken clock is right twice a day. Whatever the hell that means. Хорошо, еще там есть деньги. Some money. Clearly I'm rich as fuck. How much do I have? Ты посмотри, какая, да? Так, там... Ну, там есть четвертак. Блин, я не посмотрел, сколько им-то, господи. Ну, там явно больше, чем 25 центов. Так, там есть еще несколько монет по 5 центов, несколько монет по 1 центу. Но один из двух, повезет мне сегодня или нет? 82. 82 cents. I wish. Okay, psychic girl, let me show you what's actually... Да ты что, гонишь, что ли? Ох, короче, okay, мы тут залипли. Хорошо, 7 сигарет. Я не знаю, просто какие у них монеты в 5 центов, какие монеты. Так, ну, в общем, четвертаки, я так понимаю. Вот эти вот три штуки. Их получается у нас тут 75. 75 плюс 80. Раз, два, три, четыре, пять, шесть. 86 центов. Хорошо. И здесь 34. Может, хватит? You got this, Max. Now rewind and blow. Пожалуйста, хватит задавать каверзные вопросы. Мне это уже поднадоело. Ладно, хоть я про парковку услышал, то пришлось бы на один раз больше делать. So, this is me telling you... Да, okay, да. Хорошо. Там есть, допустим... давай с денег начнем. Clearly I'm rich. 86 центов. 86 cents. That's right, living large in Arcadia Bay. So that was cool. Show me more. Еще там есть сигареты. I'm pretty... Yes, you know I'm a smoker. Там 7 сигарет.
7. A superpower that... Amazing! Еще там ключи. Your car key. Duh, way too easy. Белок панда. Господи, зачем я этим занимаюсь? Not bad. You do have that... Так, штраф за парковку. 10:34. You know me well. 10:34 a.m. Booyah! Max can tell time. Слава тебе, Господи. Что-то я залип на этом месте. Amazeballs. I literally just got chills all over my neck. Довольно? You have powers. I'll take that crap off the table, Chloe. Sure, Mom. How's the food, Max? Better than I remembered. Very good save. Man, I'm hungry like the wolf. Clearly. I'm freaking out about what just happened. You have to show me more. Something way cooler so I will believe you without any doubt. I will predict the future. No way! Ну давай посмотрим, что сейчас будет. Pay attention to everything that happens in the next few moments, so you can dazzle Chloe with your mad power. Так, помахал рукой. Oops. Уронила. Did you break another cup? Really? No refill for you. А, это он уронил. Shh. Now I gotta take this call and leave my breakfast. Hey, where is my partner? You're a dick. Don't slap me, bitch. Take your fight club outside. Эти подерутся там. He started it. I'm finished. Как дети, Господи. Так, ладно, все нормально. Там дама пошла в туалет. И внезапно заиграла музыка. Или она сломалась. What are you waiting for? Now I should rewind and tell Chloe everything that just happened. Хорошо. Так, давай приступать. Давай быстрее. Я же могу это как-то ускорить, только не помню как. Эй, ну давай, блин. Зря отпустил только. Оп-оп-оп-оп. А, вот, удерживайте. Все, отлично. Хорошо, давай поговорим. I'm going to predict four events that will happen in the next 30 seconds or so. Джейс роняет поднос. Joyce drops her plate, and the truckers make fun of her. So, what happens next? После этого полицейского вызывают по рации, и его напарник уезжает без него. The cop gets an emergency alert on his radio, and his partner in the car leaves without him. Well, let's just see how this goes down. Джастин с Тревором дерутся, и Джойс дает им пару оплеух, и Джойс остужает их пыл. Да, остужает их пыл. Justin and Trevor are fighting, and Joyce breaks it up. This is getting good. Can't wait to see what happens. Автомат сходит с ума, когда в него забирается таракан. Нет, там никто не переключал песню, по-моему. Я, кстати, не видел, кто на него садился. Ну, ладно, бабочка, наверное. The jukebox goes crazy as a butterfly lands on it. Pretty bizarro, Max. But let's see if everything happens like you said. Так, пошла, тетенька. Не, ну это прикольно. Это немножко туповато, но прикольно. Она не совсем поднос уронила, но... Oops. That is Did so you wrong. Break another cup? Really? No refill for you. Shh. Now I gotta take this call and leave my breakfast. Hey, where is my partner? You're a dick. Oh, that's so cool. Me, bitch. Take your fight club outside. He started it. I'm finishing it. That is wild. Таракан. This is a sad day in Maxville. This is sure the hell better than that other garbage. Так, ну и чё? Ты довольна или тебе всё-таки недостаточно? So, да, я где-то... For? Now I should rewind and tell Chloe everything that just happened. Ой, опять всё по-новой, короче, делать. Про таракана это было очень сложно увидеть с первого раза. Ладно, допустим. I'm going to predict. Хорошо, сначала... Тревор получает... А, или дальнобойщик? Дальнобойщик, да?
The trucker drops his mug, and Joyce rips him a new one. So, what happens next? Полицейского вызывают по рации, и напарник уезжает без него. The cop gets an emergency alert on his radio, and... Well, let's just see how this goes down. Далее Джастин с Тревором дерутся, Джойс остужает их пыл. This is getting... Автомат сходит, когда на него... А, вот верхняя. The jukebox goes crazy as a cockroach crawls on it. Pretty bizarro, Max. But let's see if everything happens like you said. Ну, вроде как все нормально сделали. Oops. Did you break another cup? Oh, really? Go, Mom. No refill for you. Shh. Now I gotta take this call and leave my breakfast. Hey, where is my partner? You called him. But he's off to go bust some skaters. You're a dick. Don't slap me, bitch. Take your fight club outside. He started it. I'm finishing it. Trevor and Justin must be in love. Таракан такой. Да это скорее какой-то сверчок, я не знаю. I pledge allegiance to Max and the power for which she stands. This isn't a toy, Chloe. I do have to be careful how I use it. Screw that! Of course it's a toy. The best toy ever? You can bang anyone with no strings attached, rewind time, and boom! It's like it never happened! Grow up. Maybe you made a move on me and I would never know. Yes, that's what I did. You can rewind time, Max. That's fucking insane. We have to play. I don't have time. You did not just say that. Check out your nose. Too much blow? Hey, are you okay? Too much excitement. Я так и знал, что в итоге что-то будет. Помните эффект бабочки фильм? Let's go to one of my secret lairs and fully test your power. You need a sidekick to guide you. Okay, girl wonder. Я еще в прошлый раз подумал, наверняка какая-нибудь расплата будет за все это. Chloe finally believes me. And I wonder what kind of crazy shit she has in mind now. Ну хоть теперь повеселее, наверное, будет, да? Че кажут там? Coming up at noon, K-Bay 7 News will explore the mystery of yesterday's unusual snowfall on a warm and sunny late afternoon that confused and delighted Arcadia Bay residents. We'll be talking with Portland meteorologists in the area and look at some of your fun video reactions to the odd snow flurry. Who knows? Maybe Mother Nature was pranking us all. So, stay tuned to K-Bay 7 News for the real story. До свидания. Так, что у вас тут есть? Давайте посмотрим. Oh man, I bet that's the same gum from when I was here last. Открытки. You'd never know how weird this town is by these postcards. Ну да, там фотографии котяток. Так, по-прежнему ищут девушку. Ну, мы понимаем уже, кто ее ищет на самом деле. The poster doesn't mention whacked students with guns. Да это вообще пипец какой-то. Академия Блэквилла, Аркадия Бэй, Орегон. Превосходное обучение искусствам и науке на протяжении более чем 100 лет. Бесплатные экскурсии по кампусу каждую третью субботу. Окей, хорошо. Так, ну ладно, давайте на этом, наверное, закончим нашу первую часть прохождения этого эпизода. Могу сказать, что второй эпизод пока что совершенно так же ни о чем, как и первый. Ну, в плане сюжета. То есть ничего не происходит. Мы занимаемся какими-то смешными проблемами подростков, хотя здесь проблемы уже не такие смешные. Вон там кто-то порнуху в сеть выложил самодельную, да? И мы не можем никому пожаловаться, потому что, ну, все как бы на стороне того парня. И на самом деле это довольно страшно, но типично. Не знаю, как со всем этим мы будем разбираться, но в итоге второй эпизод мне нравится больше, чем первый. Меня, правда, очень сильно интересует. Пишите вот свое мнение по поводу. Вы бы знали, что на город надвигается большой пипец, большой пушной зверь. И вы бы знали, что это произойдет тут довольно скоро. Вы бы что делали? Вы бы тут на уроки ходили? Или разбирались бы там с душевными терзаниями какой-то девушки? Или что? Я не понимаю, честно говоря, я просто не понимаю. Но в целом, короче говоря, ладно, разберемся в следующей серии. Надеюсь, вам понравилось это. Я как-то, не знаю, просто сегодня заряжен этой игрой, и мне это нравится. Увидимся в следующей серии завтра или послезавтра, когда там будет. С вами был Артур, всего хорошего, всем пока.